Так, 23 августа 2021 год, Харьков. Последний, наверное, дубль сегодня в зоопарке, в открывшемся. Медведя мы тут не видим, но если локацию шел, его... Так, чтобы он был последним. Локацию его покажем. Впечатление, честно говоря, вообще прекрасное от зоопарка. Ну, у меня... Сынуля, тебе как? Нормально. Нормально, да? Не, ну как статуя крокодила, это... Статуя крокодила, это ты молодец. Я принял крокодила за живого. А сынуля мне объяснил, что у живого крокодила пасть должна не только открываться и закрываться, и горло должно быть, а не только небо и язык. Ну, в общем, посещение рекомендую. Я был здесь в 2014 что ли году, когда проблемы, я уже говорил сегодня, проблемы были со снабжением зоопарка. И, конечно, преобразился он. То есть даже если локации остались примерно там же, где и были некоторые, но все-таки выглядят они совершенно иначе. А? Ты о чем? Не понял. Вид красивый. А, сверху? Смотри, этот фонарь улыбается. Как это? О, смотри. А, я понял. Так он зубасто так улыбается. Это просто хоть тесты Роршаха сдавай, что вы видите в этой картинке. Ну хорошо, давай. Финальным кадром. Кстати, да, где Бэмби? Они же здесь были. Застрелили. А что, по сказке их застрелили? Ну, по мультфильму так точно. Хорошо, маму, давай последним кадром маму. Будет. Не Бэмби, а маму Бэмби. Против солнца снимать сову, ну, идея лучше прийти не могло в голову просто. О, вот за это тебе спасибо. Повернулась к нам сова. Тут последний кадр животное будет, а тут дубль в зоопарке без животных. 23 августа 2021 год, Харьков. Зоопарк после 5-летней, по-моему, реконструкции открыли. Очень-очень-очень неплохо. Давай я белого медведя сниму, хотя бы. Как символ зоопарка на самом входе. Поздравляю, Харьковича, с Днем города. Флагшток еще сегодня установили 102 метра. Тоже грандиозное зрелище. В общем, с праздником.